Очень много вопросов возникает по поводу дешевого его питания. Я вас сейчас научу, как можно дешево сварить хавку. Очень дешево. За 34 рубля в этом видеоролике вы научитесь варить еду. Я не буду вам показывать, как обломов, как нарезать, как запускать. Ну, как запускать, я, может быть, вам и покажу. Но я это все не буду вам по 100 раз разжевывать. Я вам покажу лишь принцип. Как сварить суп за 34 рубля, и причем вы его сможете поесть. Вот кастрюля стоит большая. Раза на 4, на 5 точно пожрать хватит. Начнем мы с самого главного, это с картошки. Картошки здесь 1/5 килограмма, рублей на 20 от силы. Тут две картошки. Дальше мы берем макароны и лук, маленькая луковица. Это все, дай бог, на 10 рублей. Курица. Курица у нас 1/5 часть. Я прикинул, это 20 рублей при условии, что вы застольник купите курицу. Застольник курица — это дорогая курица. Это очень дорогая курица, потому что нормальная курица 70-80 рублей стоит. Но я взял застольник. Итого мы получаем 1/5 часть курицы 20 рублей. Две картошки 4 рубля, лук, макароны десятка 34 рубля получается, на несколько раз пожрать. Может ли эта курица стоить дороже? Тут даже не 1/5 часть, тут 1/10 часть курицы. Все в 34 рубля укладывается. Учитесь, мне уже давно пора открывать свой собственный ресторан. Если еще специи добавить. Вот у меня один лавровый лист. Сколько специй стоит? 10 рублей стоит упаковка лаврового листа. Перец добавить будет, дай бог, 35 рублей. Хорошо, даже 36 рублей. Но в целом этот базовый обед, это не бомж-обед, это привилегированный, это царский обед. Здесь, если по половнику каждому, по здоровенному половнику, на 10-рых можно пожрать. За 3,40 обед. А, ё-моё, крышку я не ту закинул. Есть смысл показывать, как я ножом что-то нарезаю, или нет смысла показывать, как я ножом нарезаю? Наверное, нет, я вам принцип показываю. Хотите, в следующем ролике я покажу, как я нарезаю, но я и так все разжевал. Я уже заслужил от подписчиков, чтобы вы мне купили ресторан, и я в нем готовил. Цены будут космические в моем ресторане, а себестоимость продуктов по 50 копеек будет. Выхлоп будет 1000000%. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, добавляйтесь в друзья и, конечно же, вступайте в паблик. Ну а я сейчас буду жрать. Пока!